купить ящик пива, это плохо, ведь есть и другие мечты. Я люблю кататься на метро рано утром, не прислоняться в дверях, отражаешься ты. Я люблю встречать людей на эскалаторе, ты вверх, а не вниз, ты машешь рукой с идиотской улыбкой. Я выхожу на улицу, но все это, между прочим, и как бы не со мной. Все, что происходит вне числа моих знакомых, не вызывает особых эмоций. Давно незнакомый человек не существует, он мертв. Мне придется сказать тебе два слова все равно. Вот приключение не было, вот оно, как будто в темной комнате включают свет. В жизни есть факты, и любое событие характеризуется, да или нет. Скажешь, да, и кирпичи становятся или нет, чё слова нет, упирается кирпич на стеной. Скажешь, да, и кирпичи становятся или нет, чё слова нет, упирается кирпич на стеной. У меня в голове появился разум, он кажется чужим, как чужой человек. Он глядит изнутри, он делает анализ. Я постоянно ощущаю на себе его взгляд. Я живу с ним в мире, по крайней мере стараюсь. Мы шутим друг с другом, и он, и я рад. У человека есть хорошая черта, чувство юмора, это делает его лучше, даже если он гад. Мир и иллюзия, это бред, он нереален. Хотя ломать другому кайф, это чудовищный грех. Моя башка, твоя башка, предмет несовершенный. Тем более, что чем она забита, просто смех. Мы забываем, что конкретно мы говорили 5 минут назад. Запомните, люди, все, что я сказал вам. Ответьте, вы запомнили, да или нет. Скажешь, да, и кирпичи становятся или нет, чё слова нет, упирается кирпич на стеной. Скажешь, да, и кирпичи становятся или нет, чё слова нет, упирается кирпич на стеной. Также можно просто сорвать себе башню и себе, и другим, и вообще наделать бед. Так что то, что я сказал, вам забыто, и неважно, успокойте меня, это бред или нет. Скажешь, да, и...